Всем привет, дорогие друзья, с вами Промикс, и мы продолжаем проходить Звездные войны рыцари Старой Республики. В предыдущей части мы спасли шахтеров от погибели, потому что на них нападало целых три волны песочных людей. Также мы возле входа в анклав убили большую группу песочных этих же людей и переоделись в их одежду, тем самым начав татуинский маскарад. И мы смогли пообщаться с вождем песочных людей и с помощью нашего замечательного дроида ХК-47. Мы ему также по его просьбе принесли испарители и спросили его о звездной карте. Он нам сказал, что звездная карта находится в пещере, где находится дракон Крайт, собственно. И мы ему сказали, что мы уйдем с миром. Но на этом наше путешествие в анклаве не заканчивается. Нам надо найти где-нибудь здесь Джав. Наше присутствие здесь вообще едва терпимо. Что будет, если я открою? Так, вот. Вот тут они. Здрасте. Ну да. Да, меня прислал Изис, я спаситель, да. Должно быть. Если я вас выпущу, все это место обратит на меня внимание. Много даст за нашу безопасность. Да, дилемма, однако. Мне надо вытащить Джав так, чтобы этого не заметили песчаные люди. Либо их не спасать. Мне кажется, эта польза мне не принесет. Нафиг их. Потому что они знают о вашем присутствии. Песочные люди очень пристально наблюдают за вами. Угу. Так, ну мы обследуем их. Замечательно, у них тут дроиды. Дофига просто дроидов. Так, ну-ка. Все меня не терпят, да? Ну и фиг с вами. Знаете, я их все-таки выпущу и сразу же побегу обратно. Да. Пусть они убегают. Побегу обратно, я, то есть, убегу. Я сразу убегу из анклава. Да. Давайте быстрее только. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да ты что, остановить их не можешь? Замечательно. Это тоже не мой, так сказать. А, мне надо же... Да, точно. Я же забыл опыт с Тарисом. Я думаю, я справлюсь. И они тоже справятся. Стопэ. Это тоже стопэ. О, прям как ситх настоящий. Мочим, вообще мочим.
Да. Ну, к сожалению, что я скажу. Мне не хотелось их убивать. Нельзя быть такими религиозными, друзья. Песочные люди. Интересно, если я пройду вот так вот, то мне надо будет убивать этих песочных людей. Эй, что за бред? А, он умер. Так, Басева, пошли. Он не умер, его вывели из строя. Да. Нехорошая затея. Ощути полную мощь с темной стороны. На самом деле мы же светлые, да? Так, там еще одни. Блин. Да, но тут сильно, конечно, рулит этот. Эти световые мечи, световые шашки. What? Так, ну, останки. Останки. Медпакет. Да ладно! На Тарисе вообще ни одного медпакета как будто не выпало. На. Good luck, как говорится. Нормально так. Так, а если... Нет, нельзя выбрать тут команду. Да побежали вы за мной. Отлично, бежим, бегим. Все, побежали отсюда. А, там же турели, блин. Или нет? Нет? Ничего себе вы. Молодцы какие. Или чё, нам дадут пройти, не? Походу нет. Значит так, наш дорогой. Круто. Круто. Еще круче. Замечательно. Так, ну а куда нам идти-то, собственно? К Дюнному морю. Давайте обследуем, тут же можно обследовать. Да чтоб вас! Так, Бастила, настало твое время. Я надеюсь, это их остановит на чуть-чуть ток. А, да, они слабаки. Слабаки, да. Вообще слабенькие какие-то. Ну, лечи. А, вот, смотри, там еще проход есть. Тут есть проход. Да чтоб вас! Хорошо посмеялись. Мы тебе устроили засаду. Так, ну давай мочи их, что ли. Ты тоже как-нибудь их мочи. Шутить с ними решил. Троих почти залпом выпилили. А, это двое, двоих. Оу, что это тут? Интересно такое. Что это? А, да, это мусор, короче. Проще говоря. Так, ну-ка, и что тут нам? Ой. Мы чуть не попались.
К Восточному Дюнному морю, вот так вот. Понятно. Ух ты как! Вон там, походу, дракон, да? Да уж. Так я его не вижу вообще-то. Вообще не вижу, то есть. Так, вы опасные? Нет. Ничего себе вы. Не опасные вообще. Так, ну и где тот охотник? Который нам говорил, что он тут был. А, вон он стоит, походу. Это его слупкар. Спидер. Комат Фортуна. I'm tired of waiting, Comad. How big can this dragon of yours be? I'm going in. Оба. Да. А, вон он. Да, вижу. Да, ситуация как с Мананом. Тоже какую-нибудь фигню сейчас надо будет сделать, походу. Ладно, фиг с тобой. Что тут у нас? Комод Фортуна. Может быть, и видел. Качику мадуан тунга. Я ищу звездную карту, она может быть в берлоге этого дракона. Скорее всего. Он обычно охотится ради опыта, но сегодня он должен сделать исключение. Так, а как это сделать? Его разбудить надо будет. Ну так его, походу, уже охотник разбудил тут. Бант приведем. У тебя корм для бантов, избранная пища. Офигенно. У меня есть, кстати, корм для бантов. Блин, сейчас этих больших коров с огромной шерстью тащить сейчас сюда. На, опять религиозность больших рогатых призраков. Я уже стал бегать на суда. А, вон, смотрите, да, банта перебежали. Ну хрен с тобой, побегу я туда, ладно. И чё? Нормально. Ладно, фиг с тобой, чё. Ну-ка, иди сюда. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Хороший рогатый скот. Давай, давай, давай. А.
Так, элитный воин, нифига себе ты. Так, ну-ка, HK. Разрыватель щитов. Да, мне нужен разрыватель щитов и сюда. И потом, нифига, у них 4 их. У-у-у, это может сбыть знатно, однако. Так, в стазис их. Этого тоже в стазиса надо. Так, окей. На тебя недуг. А у них и нету щита. Странные какие-то ребята. Отлично. Ну зачем ты двигаешься к нему? Я ж ты нажал молнию. На. Блин, бастила. Походу, очки тоже погиб. Или чё? Кто где? Ух ты. Только чё? Нифига себе, дроид, красава. Так, кстати, а мы ему сценарий какой-нибудь можем дать? Гренадер, вот, отлично. Так, ладно, давайте поднимем нам уровень. Хотя... Поздно уже. Так, ладно. Интеллект. Так, коллекция, комплекция. Не знаю, нафига она нужна. Баяние. Мудрость. Ну, наверное, да. Вот сюда. Так, навыки. Безопасность. Да иди нафиг со своей безопасностью. Способности. Вот. Но способность появляется. Меньше штрафов будет. Силы. Силы, силы, силы. Чума. Во! Во-во-во! Во-во-во-во, чума! И также мы сейчас будем всех бомбить. Так, а куда еще один нам положить-то? Ну-ка, 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 куда? Да, сопротивляемость силе. Все, пожалуй, отличное повышение уровня, мне понравилось. Так, а где, собственно, банты? Ага, вот вы. Ня-ня-ня-ня-ня, надеюсь, меня сейчас никто не прервет. Ну, пригнал я к тебе бант. Ачута, я знаю. Подходи и поговори со мной. Что? Не волнуйся, я готов. Попался таки, чувак. Оба, да, иди сюда. Посмотрите, какой он милый. Да, мины тебя застали врасплох. Ну, кажется, мины против него не идут, да? Хотя тут намного мощнее взрывы, смотрите. Все. Подох, змей. Огнедышащий наш. Так. Да. К сожалению. Понятно. Так, мы получили... А что мы получили, собственно? Новые предметы показать. Так, тут что-то... Ничего такого нету. Что мы получили-то? Гранаты одни. Всякие звездные карты тут.
Ух ты, жемчужина дракона получили. Неплохо. Световой меч его. Так, это на Манане получили значок. У нас еще есть ключи от ангара ситхов. Отлично, вообще. Тоже на Манане. Так, ну что ж тут у нас? Мы сейчас будем раздрабливать этого дракона. Раздробили. И все. Мы будем... Можем жить в нем, да. Так он исчез. Так. О, тут походу мастера джедаи были. Изжеванные трупы. Ничего себе, фиолетовые кристаллы. Ценно, однако. Булыжник. Кристалл опила. Опилки одни лежат тут. Жеванный труп Твилека. Так а где и жеванный труп этого охотника? А вот и, кстати, звездная карта. Татарт эквипмент пак. Опа-на! Вот это да! Его отец, ее отец, отец Бастилы. Офигеть. Он нашел звездную карту. Практически. Если бы его не жевал дракон, похоже. Да уж. Ну что ж, вот она звездная карта замечательная наша. О, смотрите, там ситки пришли. Ну что ж, на этом мы, пожалуй, закончим на таком красивом фоне. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Промикс, и до скорых встреч!